А кто же у нас лазит в этих кустах? И хейоу, гайз, с вами Шимики, и это Давакот, да? И это значит, мы продолжаем проходить игру под названием Кэт-квесты, на меня уже нападает лисица. Как ты можешь это делать? В прошлой серии мы с вами помогли в кузнице. Мы разобрались с каким-то типа проклятым мясом, которое обернуло весь город. Или городок. Которые превратились в монстров, мы их удалили, и у нас сегодня Бермудский треугольник, и может быть два города, и вот та пещера. Ну что, поехали. Странный амулет. Принять. Вы взяли с доски странный амулет. Эй, селянин, что это за амулет? Они нас игнорируют? На них что, чары наложены? Эй. Странно. Дай посмотреть. Смури летает вокруг амулета. Я вижу магический след. Он приведет нас к заклинателю. Так, что это у нас уже происходит? Так, вот это мы хотя бы двигаемся. Окей, здесь мы были. А не, здесь мы еще не были. А на земле есть метка. Она похожа на метку на амулете. Магический след обрывается на этой метке. Погоди-ка, я слышу чудовищ! Ох ты ж, ё-моё! Хотели напасть внезапно? Ничего у вас не получится. А дай посмотреть на метку. Подожди, сначала все соберем. Это, боже мой, ты откуда? Амулет! Мне нужен амулет! Ушас! Отдай напарник! Кидай на пар... Отдай мне амулет. Она хочет амулет, который мы нашли в городе? Нет, давай, брось его в воду. Все. Мяу. Что это за странный символ? Откуда вы здесь появились? Почему я ничего не помню? Боженьки-кошеньки, мне надо отдохнуть. Мне кажется, те, кто видит этот символ, следуют за амулетом. Кто-то заманивает котов в тот жуткий город. Надо узнать, кто за этим стоит. Давай обыщем город. А может, в эту пещеру залетим? Бета. И у нас еще там доска объявлений, поэтому... Может быть, это от той доски объявлений. Но здесь, видите, самому лучше как бы что не защищать. Прошу, здесь вот эти задания приведут нам к этим руинам или пещерям. Побег. Поехали. Тут записка. Помогите мне, я в первом доме. Говорите через дверь. Скорей, я не хочу снова забыть себя. Меня зовут Мяуган. Мяуган? Что значит забыть себя? Я проснулся. Я не знаю, как тут оказался. Я хотел уйти, что-то не пускало меня. Может мне помочь разрушить препятствие? Не волнуйся, мы тебя вытащим. Надо выяснить, что здесь происходит. Мы должны ему помочь, короче, разрушить какое-то препятствие, которое не разрешает ему выйти из здания. Окей. Не чувствую ничего необычного. Мяу. Усы покалывают. Это верное направление. Пещера та, что ли? Еще чуть-чуть дальше. А, не, я пнул в пещеру. Где моя? Ах, вы... Где? Слишком влево я забрал. Почти пришли. Это в той пещере. Понятия не имею, как разрушить эти чары. Нужно расправиться с чудовищами. С этого мы начнем. Да, все-таки мы сюда и пришли. Хм? О, нет, ледяной. Ё-моё. Окей. Ой, фу, хотя бы он не такой сильный. Хотя бы он не сильный. Что это за херь? Мохнатая булава. Эх, ёшкин макаречек. Бум-бум-бум. Не, пока будем юзать меч. Ай, ё-моё, отстань же ты от меня. Ух, готово. Ага, это выход у нас. Ну, нам нужно зачистить и сундучок. Открыть сундук. Так.
Ой, тихо. Готово. Ха. Вы выкапываете амулет. Святые угодники. Что происходит? Амулет исчезает. Магия рассеялась? Давай вернемся и посмотрим, сработало ли. Так. И... кольчужный шлем. Ну, хотя бы какой-то еще шлем. Перекаты, 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 перекаты. Окей, погнали в город. Да, селянин вышел. Барьер разрушен, я свободен, словно птица в небесах. Погоди, как это получилось? И что с остальными селянинами? А, хек вареный его знает. А, проверь доску в задании еще раз. О, это было в доме. Вот, возьми. Жмет мага. А теперь прощайте. Ха-ха-ха-ха. Задание выполнено. Жертва. Еще один амулет. Кажется, он другой. Магия. Это магия этого амулета слишком сильна. Тут четкий магический след. Заклинателя хочет, чтобы мы его нашли. Ну, пойдем найдем. Погоди-ка. Уля-ля. Слышал? Вот там. Рядом с кустами. Нет, я не могу услышать что-то. Ух! Фу, пронесло. Лапы вверх, чудовище. Ух ты, щёмок. Как я, да? Прошмыгнул между ними. Никого нет? Мил. Давай продолжим. Давай продолжим. Мяу. Вот это вершина. Давай я долью камеру, чтобы все рассмотреть. А, типа голова кота. Прикольненько. Ёшкин Макарёшкин. Чёрт, до хера. Ну ладно. Опа, уворот. Мил, помогите. Это точно не послышалось. Вон там. Подожди. Вот теперь можно идти. Опять никого. Фу. Ну и ладно, пойдем. Так, дворянский дозор. Ого, Давакот. Ты же в курсе, что очень... чем дальше, тем на север, тем сильнее чудовище. На север. То есть вверх. Окей, привет, кексики. Почему север там? Север же ниже. Ой, нет. Эти, да, все-таки что-то посильнее стали. Я не хочу проверять, сколько они наносят урона. Опа, готово. Так, я должен... Опа, еще один камень. Статуя. Там призраки? Или что это? Жлешки какие-то, викинги? Ой, мы мало знаем о великих древних, но известно, что эти руины — все, что осталось от их некого великого цивилизации. От их цивилизации. Мак. Это же ты! Так. Понять не могу. Ты же добрый. Ты же помогаешь всем котам по пути. Почему ты помогаешь кому-то злому? Это мы-то злые? Ну все, крышка тебе. Кошачья драка? Мяу. Так, монетка. Что? До победного конца? Да ё-моё! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! На-на-на! Готово! И что теперь скажешь? Пропусти нас, злой колдун! Стой! Мне надо найти Маугана, пока он не всех не перебил. Маугана? А ты разве не злодей? Я Мурлин. Мауган позволил магии завладеть своим рассудком. Я опустил на город завесу, чтобы запереть его там. Ага, хорошо, Мурлин. А зачем
заманивать остальных котов в город. Чем больше котов, тем прочнее завеса. Но коты перестали приходить туда, поэтому завеса ослабла. И она проснулся, типа, или что? Собачий хвост. И как нам это... И как нам его найти? Я пытаюсь навести поисковые чары, уже почти готово. Я позову тебя. Окей. Зета Руин. В принципе, можно сходить. 30 уровень. Да, нет. Что-то слишком, мне кажется, уже. Так, здесь я мог пройти? Нет. Окей. Как уж и быть. А куда мне теперь идти тогда? А мне идти очень далеко. Вот это начинается по катушке. Окей. Святилище. Принять. Готово. Я возле волшебного храма. Так, сохраниться на всякий случай. Мало ли что может быть, как я и говорил прежде. Мауган в запертых... Мауган в запертых руинах. Помогите мне остановить его. Мы справимся, Мурлин. Но тебе придется освободить этих котов, ясно? Хоть сейчас. Мой? Где я? Как я сюда попал? Ох. И ты тоже? Побежали-ка домой. Будь начеку с Мауганом. Удачи. А, окей. Сейчас эти будут нападать. Я его вижу. Это ты. Вот и... пятна. Это ты. Вот и пятна на твоей шкуре проявились. Мяу. Я вобрал силу этого древнего места. Большое боевое поле. Святые печеньки. Он кого-то призывает. Печеньки, печеньки. Тебе не победить меня. Ха-ха-ха. Чёрт. Ух. Да ё-моё. Готово. Ну, они мне снесли, считай, чисто броню. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Да ты хиленький. Муран, наконец-то... Конец злому магу. 23-й. Так, катись, катись. Ой, бяшкины, бяшкины, бяшкины. Мауган больше никому не причинит вреда. Спасибо, ты спас стольких котов. И я открыл город всем, кто захочет прийти к святилищу. Отлично, Мурлин. Возьми это. А что там моя шляпа? Минус урон, минус хп, ну, магия. Так. И это все, да? Ну, по времени мы успеваем. Идемте в два города тогда. Кошачья мята. Принять. Как-то странно, город совершенно пустой. Но доска заданий еще работает. Умоляю, моя сестра так больна. Помогите-ка. Помогите кто-нибудь. Давай пошли посмотрим, что надо местным жителям. Так, поспать. О, приключенцы, вы здесь по заданию? Умоляю, моя сестра близнец очень больна. Я не знаю, что делать. Не бойся, добрый кот, мы пришли помочь. Кошачья мята. Найдите немного кошачьей мяты. Она лечит любые болезни. Это я точно знаю. Я знаю, что мята растет в горах. К востоку отсюда. Поспешите, я знаю, сколько она еще протянет. Я не знаю, сколько она еще протянет. Ай, ты, ё-моё! Глупый барашек, чё ты на меня постоянно нападаешь? Далеко, далеко. Окей, по... Шустрей. Оп, оп. Сколько кувырков. Хм, кажется, это нужное место. Ну, где же кошачья мята? Ох, это засада. Когти к бою. Поэтому сейчас и местные жители на меня нападут эти. Ох, нет, чудовище вытоптали всю кошачью мяту.
Делать нечего, надо вернуться и придумать что-то еще. Так, вернемся, окей. Держись подальше от двух городов. Это последнее предупреждение. Что за? Дверь со скрипом распахивается, открывая длинный заброшенный дом. Что? Куда все подевались? Да уж, такое нам и в голову прийти не могло. Если время есть, стоит проверить другую сторону города. У нас время есть, пошли в другую сторону. И снова кошачья мята. Умоляю, моя сестра так больна, помогите кто-нибудь. Погоди-ка, где-то я уже это слышал. Давай проверим. О, приключился бы здесь по заданию. Умоляю, моя сестра очень близнец, очень больна. Я знаю, что делать. И даю угадать, тебе нужно. Кошачья мята, найдите немного. Кошачья мята, она лечит любые болезни, это я точно знаю. Я знаю, что мята растет в горах, высоко отсюда. Поспешите, я знаю, я не знаю, сколько она еще протянет. Окей. Ну, хотя бы уже ближе передвигаться нам. И я апнулся, ништяк. Это ништяк. Что? Что? А, что-то тут не так. Такое ощущение, что это все с нами уже случалось. Если я прав, сейчас мы опять попадем в засаду. Так что давай-ка спрячемся вот тут. И сами установим засаду чудовищем. Установим. Вот сейчас. Ха! Ба-ба. Воу, я думал, это меня взорвало немножко. Оно меня снесло на броню. Ха! Я просто гений, мяу. И смотри, в этот раз кошачью мяту не вытоптали. Вы собираете немного кошачьей мяты. Прекрасно. Пошли обратно в город. Погнали. Так, так, так. Кувырки, кувырки. Говорил я вам, держитесь подальше. Куда все подевались? Ты служишь Дракоту? Отвечай. Берите и уходите. Навсегда. Это последнее предупреждение. А теперь я уверен, этот город зеркально отражен того, что напротив. Мы имеем дело с очень серьезным проклятием. Следующий кусочек этой мозаики ждет нас в городе напротив. Окей. Тогда сразу сохранюсь. А, 40... Мне хп все-таки потратили, ничего себе. Рычащий кошмар. Теперь моя сестра не может проснуться, умоляю, помогите. Может... Ага. Может, там сможет узнать больше об этом проклятии? Пошли. Приключенцы, вы вернулись. Кошачья мята, которую вы принесли, спасла мою сестру. Спасибо. Но мы не. Лихорадка у нее спала. Но она все никак не может проснуться. Она ворочается во сне и бормочет про какого-то рыцаря. Умоляю, помогите. Это похоже на дело рук призрака. Они иногда приходят в сны, и тогда спящие не могут проснуться. К счастью, призраки обладают отчетливым запахом, которым могут учуять двух вроде меня, духи вроде тебя. Давай пройдем по следу. Веди. Кувырки, кувырки, кувырки. Окей, пещера. А, похоже, призрак прячется в этой пещере. Чтобы покоить призрака окончательно, тебе придется победить его и всех его приспешников, понятно? Ой, довольная пещера. Да, довольная пещера, довольная пещера. О, с этими все просто. Все легко и просто. Бам-бам. Готово. Уже по 2 опыта дают. Фух, ладно.
О-о-о, сундучок. Сундук. И мохнатая броня. Классненькая броня, значит. Ничего. О, снова этот рыцарь. Как там? Быстро упал. Отлично. А, запивай за мной. До свидания, наш злобненький призрак. Возвращайся в свой призрачный мир. А нам пора домой. Сестра того селянина уже должна проснуться. Окей. Да ладно вам. Ну, нужно будет все-таки узнать, где на них находятся эти золотые ключи. Так, селянин. А, там тут близко. А нет, это ж эти. С щитом. Это ничего не изменит. Оставьте ее в покое. Ее? Сестру? Дом снова пуст. Выглядит так, как будто он давно заброшен. Похоже, какой-то никакой проклятие. Весь город мяу, проклял город. Может, мы узнаем больше в соседнем городе? Сейчас же будет тоже задание, да? И снова рыцарский кошмар. Теперь... Ага. Ну, теперь это... То мы уже в курсе, что это все делала призрака. Давай поспешим. Фух, ну хотя бы нету снова диалога. Ладно, этого я уже запомнил, убивая с трех ударов. Не трачу время. Не вмешивайтесь. Это все, что мне от нее осталось. Умри. Воу, 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 воу. Тихо, тихо, тихо. Готово. Сдается мне, мы еще о нем услышим. Давай-ка вернемся в город, у меня странное предчувствие. Ой, я хотя попнулся, окей. Ой, кувырки, кувырки. Так, мне нужно всосать. А не, вон кошак. Сестренка, мне так жаль. Я мог бы спасти тебя. Я бесполезен. Если бы вы только мне хватило духу использовать эту книгу. Так это было просто магические воспоминания. Значит, тот селянин так и не смог спасти свою сестру. Пошли. Может, мы узнаем больше в соседнем городе. Здесь ты имеешь в виду? Или... Да, здесь. Книга. Нам нужна помощь в поиске книги. Ищу гида. Если мы выясним, что это за книга, может быть, нам удастся снять проклятие. Того селянина не дома. Куда он делся? Вот его след. Может, нам удастся по нему пройти вперед? Опять в ту же сторону, окей. Так, окей, меня этот враг не увидел, значит, все норма. Он меня убил. Ах, черт. Ладно, не беда. Но здесь беда. Просто бежим. Что-то я его не вижу. Ага, след снова нашелся. Так, это запретная зона, ты о чем? Хм, след ведет на запретные раунины. Слушай, тут надо держаться ухо востро. Местное чудовище очень опасный, мяу. Да это я уже понял. Кажется, мы опоздали. Книга, похоже... А, книга, похоже, он уже наложил на нее свою лапу. Спорим, все это было только ради книги. Может, если мы повторим это задание, нам удастся остановить селянина, прежде чем он завладеет книгой. Так, тихо. Так, окей. Тихо. Все правильно. Я сейчас думаю, сейчас на дракона этого еще пойду. Давайте все-таки на дракона вот этого, которого он вдалеке. Пойдем в следующей серии, да? Снова книги, поехали. Ладно,
У нас есть шанс опередить его и завладеть книгой. Давай поторопимся. Погнали. Вот что мы сделаем. То сейчас пойдем, возьмем книгу, вернем ее и закончим серию. В следующей серии я уже придумал примерно сейчас план, что будет дальше у нас. О, выройте землю в том же месте, где должны быть книга. Вы открываете странную книгу. Откапывайте. Некрономикон? Это же книга... Эта книга может воскрешить мертвых. Тут Селен пытался использовать книгу, но все закончилось тем, что он проклял целый город и разделил его на два. Верните мне книгу. Воу-воу-воу, что ты снова здесь? Готово? Колдун будет преследовать нас, пока мы не уничтожим некромоунт. Ну, сделать это сможет только тот, кто... Тот кот, который прочел заклинание. Нам нужно найти того селянина. Мне вообще сейчас читать не хочется. Пипец. У меня все горло пересохло. Вы же понимаете, да, что те серии и это снимается одним залпом. То есть я заранее снимаю несколько серий наперед, чтобы потом их как-то редактировать и залить. Это опять вы. Чем я могу помочь? Ты должен снять проклятие немедленно. Нет, руки прочь. Да еще и ты, козел, ну ты чего хочешь? Ладно, окей. Ну, как-то так. Что вообще происходит? Слушай, ты... Носок шмык. Я знаю, ты любишь свою сестру. Но что бы ты ни делал, ее уже не вернуть. Нет, нет, некромоникон. Если бы я только... Мне жаль, но тебе придется смириться со смертью сестры. Ты прав. Такой судьбы я не хочу. Спасибо вам обоим. Я знаю, что я должен делать. Волшебный посох. Уф, надеюсь, проклятие теперь снято. И селянин сможет обрести покой. Задание выполнено. Нет, это еще не все. Проблема близнецов. Иди, иди, Мяу, найди, помоги сейчас в последний раз. Это же тот колдун. А, песня шерсть. Он пишет еще хуже, чем разговаривает. Спасибо, что пришли. Я знаю, вы ушли и выяснили, кто я. Да, ты тот котяй, селянин. Да, я много лет изучал некромоникон, и это меня изменило. Колдун протягивает вам знакомый пучок кошачьей мяты. Отнеси это на могилу моей сестры. Она ею так любила. Если это поможет тебе обрести покой, мы с удовольствием. Пошли, я знаю, куда нам надо идти. Да, грустненький конец, конечно. Типа этот волшебник, оказывается, и есть этот селянин. Он стал духом. Из-за книги. Так, мне бы так, чтобы не нарваться на них. Ух, тихо. Оп. Готово. Считается, что похороненные здесь коты воскреснут с 9 жизнями. Это очень древнее поверье, но коты помнят. Вы кладете кошачью мяту на могильную плиту. Вряд ли я найду способ воскресить мою сестру. Но теперь, наконец, мы оба сможем обрести покой. Спасибо. О, вот, возьми. Нам оно уже не нужно. Небольшой кошелек с золотом падает вам с небес. Ого, да тут гора золота. Должно быть, это его сбережение за всю жизнь. Спасибо тебе, призрак. Надеюсь, вы с сестрой обретете покой. 2К. 2К. У нас 4К. Нам еще осталось 5 заработать. И все ништяк. Фух. Так-так-такс. Нет, я не буду с вами драться. Отстаньте от меня.
Так, а что я хотел? Стоять. Первым делом мы хотели убить дракона, да? Но это в следующей серии. Ага. А это Рождество. Так, а что тут еще есть? Короче, давайте в городе в этом останемся. Пойдем убьем дракона. Может там. Точно, там же еще вон у нас город там сбоку. Или правильно сюда показать, чтобы вы типа видели. Ну, короче, куда идет, показывает стрелочка сейчас. И там же тоже задание. Ну что, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем мяу и всем пока.